Машка, познавашка. Ух ты, какой красивый паровозик сейчас перед нами. Привет, умняшка. У нас сегодня эксперимент. Эксперимент? Это же здорово. Давненько не было экспериментов. Ну, если не было, тогда смотрим. Вау-вау, целых два трактора. Все верно. И сейчас мы с вами будем смотреть, кто же сильнее. Эти два великана или паровоз? Невероятно! С нетерпением жду. А вы, ребята, как думаете, кто победит? Минуточку, и мы скоро узнаем. Что же здесь думать? Нужно смотреть. Ждем. Еще немножко. Невероятно! Это не поезд, а какой-то танк! Умняшка, у них ничья. Поезд проехал, но и тракторы не сдвинулись с места. Вот так. Да! Поздравляю! Вы все молодцы! Ладно, сейчас посмотрим на еще один. Поезд? Эксперимент! Вау-вау! Это же танки! Не танки, умняша, а БТР. Запомнила? Ну да, все понятно. БТР – это бронетранспортер. Они такие большие! Огромные, если можно так сказать. И очень сильные. А где же наш поезд? Минуточку. А вот и он. Зеленый с желтым. Красота! Как ты думаешь, кто здесь победит? Ну, я не знаю. Может быть, опять ничья? Смотрим. Ой-ой-ой! Молодец, поезд! У тебя получилось! Ого! Ну как же так? Вот так бывает, когда сильная цепь и мощнейший поезд. Я надеюсь, никто не пострадал? Да нет, умняшка. Это ж игрушечная модель, но с большой силой. Эксперимент, понимаешь? Ну тогда здорово! Больше бы вот таких настоящих поездов! Для этого и делают эксперимент, чтобы всю силу проверить, а потом применить этот опыт. Ну все, этот готов. Таких моделей нужно строить побольше. Он силач. Пока, паровозик, ты молодец. А что у нас дальше? А дальше еще один опыт. Другие машинки. И другой паровоз. Но сейчас мы не будем его смотреть. Как же не будем? А когда? В другой раз, умняшка. Свои глазки от мультиков нужно беречь. Прощайся с ребятами и попозже досмотрим. Ну ладно, ладно. Пока, ребятки, пора на улице погулять. Скоро увидимся. До очень-очень скорых встреч!